Sana sakın paşasın ha ya, niye şaka yapma. Fuh. Şaka yapma. Beni niye oyundan attı? Söyleyin. Açıklayın bunu. Açıklayın bunu. Açıklayın bunu. Мы с ним лучшие друзья были, понимаешь? Мы уже столько пошли с ним. Через огонь, лед. Сейчас ебать, вот их сюда. Я слышала, пока включаю микрофон, кто-то пидор. Не просто играли. Кто-то пидор? Ну кто-то пидор, но я выключила микрофон, да. Зачем вы напортились? Вовремя, конечно. Я пойду сегодня в школу, да. Я так понимаю, у кого-то там отдельный островок. Мой рай. Блядь, где мой катер? Я улетаю, уезжаю отсюда. Почему? Зачем? Это островок. Я хуй не придумала, я продаю его. Как-то вы быстро переобуваетесь. Проклятый, уйдите. Почему проклятый? Там есть живость. Потому что там, блядь, люди. А, люди есть. Я хорошо, знаете, что-то к вам хочу. Вот, побыть, так сказать, с друзьями, рядышком, нога к ноге, правильно? Чем я буду одна бегать, правильно? Хорошо. А то, мало ли вы сдохнете. А надо поднимать уже. Оно мне надо. Это же потом столько мороки с вами будет. Ну, я лучше буду с вами, да, защищать вас там, вот. Не потому что меня хотели убить. Просто буду вас защищать, так как вы мои лучшие друзья. Понимаете? Спасибо. Как пиздеть красиво умею. Стан, я никого не вижу. Я видел тут людей, но тут никого нету. Сидят, что ли? Ну, я видел двух, что долетело. Поэтому не захотел с вами. А, вон они. Вот тут у меня. Да мне все равно, я лутаюсь, отстаньте. Я хочу жить. Умирай там, пожалуйста, один. Блять, убью. Мной еще и недовольны, что я убил. Да. Я спасла тебя, Требушек. Архив. Что-то там. Конечно. А, он один. Мало ли. Вот я сказала, что вы без меня делали. Вот если бы я не проехала на своем этом развалюхе розовой. Вот, вы бы сдохли. Розовая развалюхи? А, катер. Я не помню, катер его. Да. Такой красивенький, розовенький. Симпатичненький. Такой секси. Тут есть сама наводяшка, надо? Да. Надо. Я не скажу, где он. Хотя бы ракеты дашь, пожалуйста. Пожалуйста. Что слышишь, что я брала? У меня чуйка уже появилась. Фига делки были. А, я вспомню почему. Дайте, пожалуйста, ракеты, так сказать. А у меня их нету. Плохая у вас чуйка. Нет, она меня никогда не обманывает. Блять, я же их выкинула. Какого хуя они не выкинулись? Сейчас подожди. Нет, я их перепрячу. Пошла их прятать. О, еще красный ящик. Там гремело кстати. И снова ты. Блин, там снайпер где-то. Там снайпер. Мой пирожок, я иду к тебе. Чебурек. У Глеба мышка проводная сдохла. Фига. Она может сдохнуть. Не он знаю. Ее съел? Мышку. Надо мышку кушать. Компьютерная мышка. Так. Так компьютерная мышка тоже невкусная. Где он? А вот это бегает, вот он. Ух, ни хера, ёбани. Какая она? Ёбан... А, в рот. Это как я плохо прочитал. Ёбан, в рот?
Ну и не, конечно. Серьезно так? Опа. Неплохо. Глеб, попробуй вытащить и вставить мышку. Попробуй. Может, тебе получится. Это бедная мышка. Не в том смысле. Ой, какая молодец! Второй раз пиздила кил. Я считаю, это достижение. Еще человека. Не, ладно, ботан, но человека. Еще и с таким ником. Крах не спиздил. Она не работает и гаснет сразу. А, чё, давайте на лучок пойдем, там где-то тачка есть? Нет. Если никогда их нету. Не, вон там впереди там должна разумный быть. Разумный. Вон там где-то. Ну, там на дороге, если добежать, туда есть, должна быть. Сейчас ты помещаешь грузовик, который вообще, в принципе, никуда не да едет. Да нет, вот там. Ты там в неё метки. Там где я, тут дорога, нет ничего. Тут дерево, тут грузовик тоже. Он тоже не поедет никуда. Вот здесь мотоцикл и квадроцикл. А. Какой вам на выбор? Мотоцикл и квадроцикл? Да. Ну, ты уже бежишь к мотоциклу, значит, у нас выбора нету, и мы поедем на мотоцикле. Ну, тогда на квадроцикл-то уже сел. Это, получается, у хлебушка есть выбор, куда он сядет. Давай, Мираж. Куда он приземлит свою царскую? У Миража там кто-то есть. Что-то он не двигается. Там ботинка убил. А, он ботинка убил? Ботинка убил, лестница у ящика стоит. Лестница у ящика стоит? Да, я подъеду где. Так-то. Куда сядет царская попа хлебушка? Мираж! Мне кажется, он вообще неразумно побежал. Ко мне села царская попа. А ты лох. Ой, все. Я бы пытаюсь первым доехать. Подъехать к зеленому. Бля, извините, на этой карте я не особо охуенно вожу, но вот. А я когда последний раз играл на ней? Блин, я сейчас выезжусь. Тихо, сюда. Мы далеко ушли. Бля! Что там? Ты зачем так делаешь? Там кто-то. Гранату кинул. Гранату кинул? Я, кстати, первый доехал, это лох. Это такие не пробить. Ладно. Водительские права. Не пробить водительские права. А, пропить. А, тут ракет не было. На что я надеялся? Там их не кладут. Я знаю, ты куда, блядь, мама, мать. Ты, бля, я на нем приехал, и он уже не мой. Немножко, да. Касая, слепая. Вот это, конечно, предъявы, конечно. Оккупировали. Так сказать, оккупировали. Так, мы сейчас развернемся. Тихо. Я понимаю, водитель от Бога, но сбивать некрасиво, и это по-хулигански. Ух, нихуя, я, блядь, проехала по этой туннельке, блядь, не знаю, как называется, вот этой хуйней другой. Глеб, тебя подобрать? У тебя не особо много выбора, куда посадить свою царскую попу, поэтому... Никто фига, не видел? Фига, куда мы заехали? Ни хрена. Мы куда-то на гору заехали. Так, а, блядь, розовый. А запах, он... да, уже? А розовый там. Далековато. Там. А, розовый есть, но, блин, не поедем. Попу их. А мы сейчас попробуем. Побыстренько. Ну, я видел. Значит, одно за рулем. Фига, мы, конечно, боком блин, едем. Едем. Нормально прошел полет, смотри. Нормально. Деревьев, конечно, немножко дохуя. Нормально. А, залутали. А, блин, не залутали. Мы еще не туда едем. Ладно.
не умеете сориентироваться. Понимаю. Та. Я ехал вообще на твою метку. Ну, мы сейчас попробуем поехать на ту метку. Почему мы... так криво? Там было что-нибудь интересное? А, у меня броня есть, я взял увеличенный магазин, дальность. Могу мне дать... Ничего интересного. Но у меня одна только пластинка. Могу дать ее. Там еще зеленый есть. Видели, видели, протаранил меня, протаранил. Я не таранил вообще-то. Я задом стал. Розовый, 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 розовый. Ты протаранил меня. Прости. Я понял, мне нужно на гору заехать. Я понял, мне нужно на гору заехать. Ебать. Охуительно, нас случайно. Ах, блядь, всё, нет. Спасибо. Блин, там заехали, давай, выезжай. Нет, 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 уходи, уходи. Лошара. Знаю, тихо. Лох. Собаки! Люди! Аккуратно. Аккуратно. Надо... Нет, нет, нет. Надо сейчас пойти наверх. Надо наверх пойти. По-быстрому. Бля, хорош мне жрать. Иду наверх. Не, я не перестреляю таким темпом. Бежим! И снова отключился. О, бля, за деревом сидит. Вдвоем сидят за деревом. Я одного сбил. Это законно? Я одного сбил. Второй. Второго не вижу. Второй. А второго не вижу. А, вот он сбитый. А, его Глеб сбил. А, ну уже плохо. А, молодец. Я можно просто смотрю, там забрала. А, на. Держи. Ладно. На, держи. Ладно. Я уже обидел. У меня Swordfish. А у меня есть одна пластинка, я вот тебе кину. Вон, держи. А, вот. Я погиб. На, если ты хочешь, еще вот так могу увеличиться. Мне-то в основном не это. А, у кого точный выстрел есть? Точный выстрел. Нет? А, понял уже. Блять, как обычно. Никого не трогала, просто броню лечила и сидела. Все, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Ни за что, просто вот ни за что, вот как так, как так. Ну обычно я первым ру. Просто не за что. Обычно я первым. Вон золотая его. Исланд меня не любит, он никогда меня не любил, и продолжает меня не любить. Вон, поэтому я ушла. Блин, там. Никогда снайпер. Меня не любил. Блять, опять сдохну. А когда он кого любил? Отойди назад. Тихо, 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 аккуратно. Я проигрываю с Криском. У меня хорошо получается. О, Глеб его сбил. Сяду я на машину. Буду кататься. Сейчас, погоди, Глеб, Глеб. О. Это единственное. О, Мираж его сдобил. Все, хорошо. А, помощь. Помощь, помощь. А ты хоть-то добился? А, это другой? А, вон там наверху бежит еще один. Наверху бежит, еще гранаты бросает, еще криво бросает гранаты. Так. Ой, я защитила вас своей спасибо. Машиной. Поняли? Спасибо. Я отразила эту гранату. Блин, на меня этот летит. Бля, перемотка. Блин, я, думаю, я тоже так умею, как ты. А? Блин, он меня сбил. Содина убил. Убил меня. Блять, упала. Аккуратно. А, он не один? Нет. Их там было двое, оказывается. Мне страшно. Мне страшно. Я пошла отсюда. Пока. 60 патронов, магазин полностью. Чё, что ж.
А на чем у тебя? М13 у тебя или что? 117, а, ну... 117, он 25 и ниже бей урон. Там их двое. Потому что там Аламурда. Так, со мной кто-то там летит. Блять, со мной тут с пистолетиком. Гусь. Блин, нет. Суки, добьют меня. Блин, ну падлы, ну какие. Наверху убей их, пожалуйста, наверху. Гандоньте их. Ну все, Даша убила. Нет? А я успела хлебушка возранить. Я думаю, я вон, вон, с пистолетиком, просто убить его. Убить этого мазафаку в шарфе своем. Новогоднем. Вот, все. Нихуя себе, я в шоке. Как он так успел взять быстро кукушку?